Сегодня 19 августа 2017 года, и мы находимся в самом сердце Республики Татарстан. Грандиозное мероприятие на рынке России Тяньши. Сегодня пройдет отчетная конференция российского региона. Значимым событием «Тяньши Россия» – конференции российского региона 2017. Просто посмотрите вокруг. Огромное количество сегодня человек, огромное количество делегаций, все нарядные, все пришли на праздник. Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сегодня. Поделитесь, пожалуйста, вашими эмоциями. Как ощущения? Добрый день! Ощущения супер вообще! Зачем приехали? За хорошим настроением, за эмоциями, чествовать наставников. Сами тоже выйдем подарки получать. Да, мы едем, мы непобедимы! Ура! Как ваше настроение? Настроение супер, боевое, а я получаю тупо. Реклама, реклама! Нелегка дорога от земли к звездам. Так может сказать любой дистрибьютор, сидящий в этом зале. Но нет и большей радости, когда пройдешь этот путь. Я желаю вам всем успеха, удачи, упорства. Конференцию в Казани объявляю открытой. Встречайте овации самых красивых и талантливых девушек Тяньши Евразийского региона!
система мотивации и система вознаграждений. Поэтому бизнес-план компании очень грамотно работает. Статусная лестница Тяньши – это дорога, отмеченная звездами. Поэтому именно звездами дополняется статус «Золотого льва». В этом зале при многотысячном дистрибьюторском составе у вас звездный час. Я думаю, что этот звездный час надолго запомнится в вашей памяти, потому что не каждый дистрибьютор, еще сидящий в этом зале, и вообще в регионе нет еще такого дистрибьютора, который бы достиг такого статуса, который достигли вы сегодня. Это статус заслуженного, почетного члена правления.